Всем привет! Вот еще раз, я все никак не налюбуюсь пейзажем, который буквально через несколько недель, ну, может быть, через неделю исчезнет. Вот такая красота. Здесь тоже снегу я никогда не видела. Второе марта сегодня, ну, еще может быть несколько дней, а на следующей неделе начнется потепление. Я вот, живя у океана, совершенно как-то, ну, особо равнодушна, но к горам. Я всегда любила горы, и поэтому любое вот там, любое какое-то вот такое вот зрелище меня просто приводит в восторг. Жаль, что нельзя поехать в горы сейчас, но там, к сожалению, все закрыто, и очень во многих местах нет электричества, и, конечно, сейчас там нелегко тем, кто живет. Я вчера видео ставила, вот как раз наш друг, вот он как раз рассказывал о том, что практически весь городок Биг Бер без электричества, но было сейчас уже все нормально, и работают по очищению дорог. Но дело в том, что идет еще один шторм, и он должен быть буквально, вот несмотря на то, что такая шикарная погода сейчас, к выходным опять должны быть дожди. И, наверное, это будет уже последний в этом сезоне. Всем отличного настроения, будьте здоровы, пока-пока.